Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Опять некогда делать записи в судовом журнале. Это никуда не годится. Порядок в море — первое дело. Хорошо, хорошо, мистер Томас, не забуду. Все запишу. Теперь, проходя через старую карту в неизвестность, на той стороне нас всегда будет ждать корабль. Кот отыскал в заброшенной хижине клочок бумаги с зашифрованным текстом. Ну что, доволен? Витя и Света сумели его прочесть. И вот что там оказалось. Если нужен корабль, нарисуй его в особом месте на этой карте. И он каждый раз будет ждать тебя на той стороне карты. Свет, рисуй яхту. Ага, мы умеем управлять парусами. Даже выиграли гонку на приз «Газпрома». И еще, он должен согласиться помочь вам. И какой рисовать? И кто это он? Корабль? Но ведь... корабли не живые, дяденька Боцман. Клянусь бомбрамселями, у любого корабля есть душа. Только где найти подходящий корабль? Ну-ка, Витя, дотянись до верхней полки. Это старые журналы Санкт-Петербургского яхт-клуба. А зачем они нам? Сейчас, сейчас. О, нашел. Летом 1914 года в Эгейском море румынский пароход «Констанца» нашел брошенную яхту. Ее прибило к безымянному острову. На яхте не было ни команды, ни флага, ни судовых документов. Владельца искали повсюду, дали объявления в газеты. Но тут началась Первая мировая война. Стало не до поисков. Загадка так и осталась неразгаданной, а яхту больше никто не видел. Тут фотография. Красивая. Тогда рисую. Думаю, это то, что нужно. Яхта небольшая, на ней никого. Справимся и втроем. Здорово получилось, правда? Ну, пошли за старую карту. А вон и яхта, там, за мысом, села на мель у самого берега. А где мы оказались? Эгейское море, греческий архипелаг. Здесь сотни островков, больших и маленьких, многие необитаемы и даже названия не имеют. А люди здесь есть? Наверняка. В этих водах с древних времен в ходу береговое пиратство. Про обычных пиратов я читал и в кино видел, но береговые... Обычные пираты нападают на суда в море, а береговые грабят те суда, что встали на якорь возле берега, сели на мель или выброшены бурей. Тогда надо договориться с яхтой, иначе на нее не попасть. Договоримся. Пошли. Тут не глубоко, прибой не сильный. Ух, вот мы и на месте. Дяденька Боцман, спросите ее поскорее, а то вдруг появятся береговые пираты. Погоди, это дело тонкое. Давайте-ка, салажата, отойдите подальше, не мешайте. Боцман положил руку на мачту и шевелит губами. Слышала? Что? Вот снова скрип странный, будто яхта ему отвечает. Ну, салажата, готово. Яхта согласилась нам помочь, но сначала надо снять ее с мели. Но как? Она тяжелая. Не то что швертботы из Академии парусного спорта. Ничего, морская наука выручит. Поищите-ка в трюме доски и плотницкий инструмент. А зачем? Увидите.
бегом? Нашла! Тут доски и брусья. И ящик с инструментами. Отлично. Витя, бери пилу и напили доски ровными брусками. А ты, Света, бери нож. Отрезай от каната куски по метру каждый. Теперь кладем два куска бруса на палубу, настилаем на них обрезки досок, привязываем. Как морские узлы вязать, не забыли? Нет, все-все помним. Тогда за дело! Ух ты, получился плот. Теперь надо спустить его на воду и погрузить на него якорь. Где он, кстати? Вот якорь! Тяжеленный! И целая бухта якорного троса. А я помню, бухта — это такая специальная катушка, на которую наматывают трос. Отлично! А теперь учитесь. Клянусь мысом бурь, так снимали корабли смелее задолго до того, как Колумб открыл Америку. Тайны старой карты. Продолжение следует.